Завтра Гомельская область долучится до республиканской акции «Тыдень леса 2018», якая пройдет у Беларуси с 14 по 21 красавика. Плануется, что за гэты термин удельники экологичного руху на территории нашего региона посадят больше як 12 миллионов сеянцев лесных культур. Посадки займут амаль 3000 гектаров. Але еще до початку акции у лесгасах в области распочалася горячая пора весновых компенсаций посадок. Сеянцы сосна у Житковицким районе высаживала и наш корреспондент Наталья Каприленко. Прячьте корневую систему. Я спрятала нормально. Да, я прижимаю корни и ногой, и вы с той стороны ногой. И все, и дерево растет. За день при нормальных умовах надворья две пары рабочих рук поспевают посадить каля гектара молодого лесу. Территории, которые очистили от дрыв, пошкодженных паразитами-караедами, нельга засаживать при допомозе спецтехники. Только ручная праца. Вось гэта лесосека площадь больше за 2 гектары, одна из наибуйнейших у Житковицким лясгасе. Тут у снежня минулого года провели санитарную высечку пошкодженных соснов. На этом месте уже зроблены разоры для молодых сеянцев. Вот гэты, на первый погляд, такой кволый саженец, а маль про 5 годов вырастет приблизно на 70 сантиметров. Это уклад телерадиокомпании «Гомель» о озеленении лесов Житковицкого района. За гэтым радам молодых сосенков рабочие лясгаса обещали уважливо приглядывать. Грунт вельготный, сеянцы добра приживутся. У вогуле подчас вясновых лесоаднаўленчых работ садят смешанный лес. Сосны и бярозы. Апошняя культура будет давать листоту для хвойной и поляпшать грунт. Сосенки примутся лепш. У минулым годе посадки на местах санитарных высечек вельми порадовали супрацовников Житковицкой лесной господарки. Приживальность сеянцев больше, як 92%. Сёлета саджанцы первого года полепшенной селекции привезли из лесного годовальника с Гродинской области. Саджанцы, то есть эти были посажены в прошлом году весной. Угу. Закрытая корневая система. Вот, вот получилось за год практически прирост в 2-2,5 раза по высоте. Наблюдается очень много самосея. То есть, это вот здесь, да? Да, засеялось очень много от стены леса, поэтому будут хорошие культуры. У минулым годе у Житковицким лясгасе санитарные высечки дрэв, пошкодженных караедам, пришлось робить больше, як на 530 гектарах лесу. Подчас вясновых лесоаднаўленчых работ свыше 350 гектаров лесосек будет засаджена молодыми сеянцами соснов и засеяна насеннем лясных культур. Мы уже закрыли посев полностью, 182 гектара, остальные будем закрывать посадкой. У нас был план посева и план посадки. И по таким предварительным планам 25 числа мы должны закрыть полностью всю посадку, может даже и раньше. Земля еще влажная, сырая, чтобы сеянцы хорошо прижились. Лясы нашего региона у минулым годе больше за інших в Украине потерпели 1/6 шкодников караедов. Санитарные высечки дрэв закранули больше як 13 600 гектаров лесу. У гэтым годе лясгасы чакае сур'ёзная масштабная работа по обновлению лесного фонду. Змешанными культурами на территории в области до конца весны повинны быть засаджены каля 10 000 гектаров. Наталья Каприленко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Житковицкий район.